Характеристика Алёши Пешкова в повести детства Максима Горького. Главным героем автобиографического произведения Максима Горького детства является Алёша Пешков. У мальчика было трудное детство. После смерти отца мальчика воспитывали бабушка с дедушкой. Также в доме деда еще жили другие внуки, дяди и тети. Они постоянно конфликтовали. Хмурые родственники разочаровывали Алешу, но выбора у него не было. Вместе с ним в доме жил мастер Григорий. Иногда Алеша с ним общался, а его родственники глумились над Григорием, так как он был слепым. Алеша редко выходил играть во двор, ведь там он слышал лишь о скандалах в его семье от детворы, которая его высмеивала. За любую провинность дед бил его. Алеша за это не любил его и считал извергом. Хотя дед довольно часто сам приходил к Алёше улаживать конфликт и рассказывал внуку о своем детстве и учил наукам. Большую любовь Алёша питал к своей бабушке. Она знала огромное количество сказок и очень любила Алёшу. Свою мать Варвару он видел редко. Она позволила выпороть его почти до смерти, что привело к тому, что сын разочаровался в ней. В доме вместе со всеми жил Иван Цыганок. Бабушка воспитывала его с детства, он часто защищал Алешу и мог развеселить его. Но однажды, из-за жестокости дяди Якова, Иван Цыганок умер. После смерти Ивана Алеша старался завязать дружбу с постояльцами дома, соседскими мальчиками, но у него никогда этого не получалось. Так Петр, работавший ломовым извозчиком, оказался вором. Нахлебник с прозвищем «Хорошее дело» не нравился бабушке и дедушке, хотя Алёше нравилось с ним общаться. Сыновья полковника Овсянникова дружили с Алёшей до тех пор, пока отец не узнал об этом. В школе над Алёшей издевались из-за его бедной одежды, а преподаватели отчитывали за хулиганство. Мать Алёши неудачно вышла замуж во второй раз. Спустя некоторое время у неё появились серьезные проблемы со здоровьем, и Варвара приехала к родителям медленно ожидать своей смерти. Бабушка и дедушка стали сильно конфликтовать, сделали хозяйство раздельным. Когда Алёшина мать умерла, дед сказал, что ему пора выходить в люди. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео.